Погода в Тверском регионе капризничает едва ли не каждый день. То случится оттепель, то столбики термометров резко бегут вниз до аномальных отметок. Меняется и атмосферное давление. При этом многие люди ощущают на себе все эти погодные качели. Когда они уже перестанут раскачиваться в Тверской области и как их пережить метеозависимым, выяснил наш корреспондент. Январь раскачивает погодные качели на территории Центрального федерального округа от оттепели до аномально низких морозов. Смена температуры происходит в пределах всего нескольких суток. Так, в минувшие выходные на территории региона вернулись морозы. Во вторник был слабый минус, а в середине недели снова курс на понижение температуры. Такая тенденция сохранится и в ближайшие дни. В ночь на 18 января ночью похолодает, а днем ожидается повышение температуры. Изменения от холода к теплу и от падения давления до роста давления будут оставаться. Мы очень близко расположены к Атлантическому океану, который несет теплый и влажный воздух в случае переноса с запада на восток. И арктический воздух тоже у нас близко, а если он побеждает Атлантику, то у нас приходит вот это понижение температуры. Конечно, лихорадит не только среднесуточные температуры, но и атмосферное давление, что не может не сказаться на самочувствии метеозависимых граждан. Причем возраст в этом случае не имеет никакого значения. Например, при похолодании и высоком содержании кислорода сосуды спазмируются, что вызывает повышение давления, головные и сердечные боли. А при потеплении и низком содержании кислорода тонус кровеносных сосудов снижается. Это приводит к снижению давления, вызывает головокружение и слабость. Особенно чувствительны те, у кого нестабильное артериальное давление. Люди, которые с пониженным артериальным давлением, они склонны часто на перемены погоды к повышению. Причем это всегда составляет проблему определенную для докторов, потому что они обращаются за помощью. Доктор, измеряя им давление, видит цифры, которые соответствуют, так скажем, всем нормативам. А человек говорит: нет, я привык к давлению 90 на 60, а у меня вот сейчас вот 130, и, пожалуйста, сделайте мне 90 на 60. То есть такие вопросы тоже есть. Неустойчивая погода для наших широт – явление обычное. Зачастую метеозависимые заранее следят за погодой и уже знают, что если будет понижаться давление и ожидается снег или дождь, значит, нужно быть к этому готовым. Врач-кардиолог Николай Баженов говорит, что необходимо контролировать ситуацию. Более строгий самоконтроль, более частое измерение артериального давления. Любое лечение всегда делится на два направления. Одно направление – это базисная терапия, это те стандартный набор таблеток, которые человек принимает ежедневно вне зависимости от того, что с ним происходит. А другое – это то, что он принимает, когда ситуация как-то выходит из-под контроля. Вот здесь вот те таблетки, которые человек принимает в экстренной ситуации, конечно, необходимо иметь с собой. В любом случае, если возникают какие-то незнакомые симптомы, появляется острая боль в грудной клетке, необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью. И ни в коем случае не нужно ждать, когда пройдет само.